Вебка трясется, блядь. Ребята, всем привет, это новое видео на моем канале. Довольно продолжительное время не было видосов на канале, я это знаю. Ну, как бы тут есть несколько причин, одна из них это Happy Birthday, у меня день рождения был. Можете поздравить меня в комментариях с прошедшим, как бы. Ну, а сегодня я решил записать для вас новое видео, и сегодня я буду катать в стриту. Паркер катается в стриту, да. Именно так. Ну, типа, я никогда не катался в стриту особо, поэтому я думаю, что это видео будет достаточно интересное. Перед началом видео попрошу вас подписаться на мой инстаграм. Вот он. Вот кто не знал. Реально, вот он. Там я выкладываю видео, всякие клипы по самокату, фотки. В общем, там интересные истории тоже иногда бывают. Поэтому залетайте в инстаграм. Приятного просмотра. Дорогие зрители, прошу вас подготовиться, потому что сейчас вы увидите просто нереальное стрит-движение. Приготовились? Погнали. Короче, ребят, мы находимся у высшей лиги. Тут есть такие ступы. Сейчас покажу нормально ступы. Вот такие три ступы невысоких. Сейчас попробую с них фингер, трак, ванетиви. Потом мы погоним на другой спот. Заново, да? Всем привет! Значит, с вами Naked. Раньше я был Никсон, но теперь я Naked. И у нас сегодня влог, мы с ребятами катаемся на филармонии. У меня крутой велосипед теперь, у меня... вот. И сейчас я покажу вам трюк. Короче, ребят, мы сейчас находимся на площади Мира. Сейчас я в этот дроп попробую треху, опа треху, ванетин твист и ванетин ДС вип. Thank you.
Это каменщик работает 3 дня. И зарплаты. Я не отдам вам хлеб. Заберите свой металлолом. Ебать, гонщик! Воу, гонщик! Ну что, ребят, вот такой вот видос получился. Я, конечно, не особо умею катать в стриту, но это был почти мой первый раз. Блин, звучит очень странно. Вон там Никита Хмиги катается. Короче, вот такой видос получился. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо большое ему за съемку. Ну, тут Инстаграм будет. Олег просто лучший. Все. Всем спасибо за просмотр. Пока.